Всем привет, друзья, вы на канале Big News. Встреча с кумиром окончилась неожиданным сюрпризом для маленькой поклонницы Димаша. Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген провел фотосессию с поклонниками во время музыкального конкурса «Новая волна», который в эти дни проходит на российском курорте Сочи. Артист опубликовал видео, снятое после второго конкурсного дня. Более подробно далее. На кадрах видно, как группы фанатов скандируют имя Димаша, пока он фотографируется со всеми желающими. Маленькая девочка, которая тоже присутствовала на встрече, попросила артиста о совместном снимке. «Давай-давай, солнце», — ответил Димаш. «Можно я тебе цветы подарю? Надеюсь, тот, кто подарил, не обидится», — добавил казахстанец, неожиданно вручив улыбающейся девочке букет роз. Не, наоборот, против света. Что же вы против света сфотографируете? Спасибо большое. Давай, давай. Позвольте, пожалуйста. Благодарю вас. Спасибо. Можно эти цветы подарить? А вот розовый. Надеюсь, бери, 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 бери. Надеюсь, тот, кто подарил, не обидится. Ура, спасибо. Спасибо вам. Можно одну фотку? Давай. Спасибо, Димаш. Спасибо тебе. Спасибо. Ой. Поймали тебя. Напомню, что международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» 2021 года стартовал в Сочи 19 августа. Димаш участвует в конкурсе в качестве жюри. Кроме того, он выступил на торжественном открытии «Новой волны». Ну что ж, вот такой неожиданный подарок Димаш подарил маленькой девочке. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Ну и, конечно же, всего вам доброго.